Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! 12 апреля, то есть сегодня, 2021 года, исполняется 60 лет первому полету человека в космос. И его совершил наш советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Спутники Восток». Мы всегда будем гордиться, что первый человек – который оказался в космосе, был гражданин нашей страны. Все, кто готовил этот полет без преувеличения, положили начало новой космической эре. И весь мир с тех пор разделился на то, что было до полета человека в космос, и то, что стало космической эрой. Может быть, с тех пор у нас вот такая гордость за страну продолжается до сих пор. И порой мы не видим, что уже далеко это не так. Таких скафандров действительно было сделано несколько, но этот особенный. Именно в нем Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос. 60 лет назад человек впервые полетел в космос. Это было великое время для всех. Этому предшествовали годы самоотверженного труда. Никто ничего не понимал, что будет там. Да. И поэтому готовили на всякий случай ко всему сразу. Тяжелейших тренировок. Все эти перегрузки, это надо быть, наверное, сверхчеловеком. И фантастических открытий. Было огромное количество знаний накопленного. Даже сам скафандр идеологически остается прежним. Как они сразу находили такие решения, которые остаются неизменными до сих пор?